Итак, хочется также продолжить выступление волжан и пригласить сюда Евгения Капитанова. Чего жечь-то? Это армия пусть делает. Жжет. Как-то я умудрялся до начала времен еще попадать во всяческие организации. Начинали, вы помните, при газете на ЕНЗ, потом все это плавно переместилось в Литобъединение «Старт», «Коноплин», Тамара Михайловна Рыкова. И сейчас 20 лет, поэтому для меня 20 лет они как часть айсберга. Страна у нас живет удивительно. Мы как-то вот две недели празднуем Новый год. И как-то не задумываемся, что 23 февраля и 8 марта – это один и тот же день. По старому и новому стилю. И опять мы две недели дружно празднуем. Вот два стихотворения такие. Сбилось время на дюжину дней. Новый год превращается в старый, ограничившись парой недель, утомленный весельем ударным. Мы еще нагуляемся всласть, сильный пол прославляя и слабый, над любовью небесная власть, высшей силы, богатства и славы. Женский день сразу вслед за мужским, старый год наступает за новым. На гуляниях мы очень близки, добираясь до первой основы. Мир все так же стоит на китах, именуемых верой, надеждой и любовью, воспетой в стихах, то пылающей, то безутешной. Время сбилось, пора бы уже разобраться и выводы сделать, и отпраздновать рай в шалаше, в день любви, нам подаренный небом. День мужской без любимых бессмыслица, женский день без мужчин пропадет. Вместе нам удается возвыситься до стихов, их любовный полет выше быта, финансов и логики. Доллар, евро, душе не до них, нас от жизни реальной уводите, от блаженства прекрасной любви. Без квартиры, машин жили счастливо, тешат жадности яхты, дворцы. Дружба, верность, друг в друге участие. Так живете. Да вы молодцы. А как же? Будется всем невзгодам вопреки. Новый год идет по улицам, враг печали и тоски. Звезды в небе бриллиантами, повсеместный фейерверк. За застольными дебатами замедляем жизнь бег. Не вино во встрече главное, а душевное тепло. Наступает время славное, неурядицам на зло. Как у него есть. Загадаем и семейное, и успехов для страны, за душевное и светлое. Все, о чем мечтали. Yes.